Yeah.
ищи мира и следуй за ним. Здесь очень конкретно написано, очень конкретно. Удаляйся от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним. Вот это то, что нам сегодня предлагает Слово Божие. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его воплю их, когда человек обращается к Господу. Но написано серьезное слово. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память. Вы слышите? Но лицо Господне против делающих зло. Вот кто делает зло, это очень опасно. Это лицо будет Господне против таких людей. Поэтому на этом месте мы будем слушать внимательно. Еще я еще не напомню немножко еще некоторые места. И мы будем их слушать внимательно. Слушай, сын мой, ну, конечно, и дочь, и прими слова мои, и умножатся тебе летажи люди. Слушай, написано. Не только слушай, но и исполняй. Потому что написано, блаженны будут в своем несувании не слушатели добывшие, но исполнители Слова Божьего. Поэтому нам очень важно не только слышать, конечно, слышать, и исполнять их. Они будут блаженны в своем несувании. Господи, мне Господа, братья и сестры, и все близкие, когда Сын Господь даст, чтобы нам выразить то свое соболезнование родным и близким, подбирая слова к тому, чтобы как-то их утешить в лишних скорбях. И вы знаете, мы стараемся их утешить и оценить эту скорбь ихнюю. И как сказал один человек, я многих утешал, я многих в скорбях утешал. Но когда меня постиг Господь, я понял, то была не моя скорбь, а теперь она, эта скорбь, достал мне так, что никто не может перенести такую скорбь, какая приносит. Каждый человек, принесший скорбь, он ее скорбит больше. И никто не может так утешить, как только Господь, утешая нас. И поэтому, друзья дорогие, я хотел бы обратить наше внимание на то, что Господь совсем по-другому рассуждает, и не так, как мы. Я вот вижу слайды. И себе так пришла мысль, и думаю, Господи, а когда мы предстанем пред Тобою, какие слайды будут перед лицем нашим? Мы тогда вспомним, и тогда предстанет перед нами вся наша прожитая жизнь. Не то, что сейчас мы видим, а то, что каждого из нас касается в жизни. И я хотел бы прочитать несколько стишков из Священного Писания. Это откровение 20 главе с 11 стишка. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и книга, иная книга жизни, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному книгу, сообразно делами своими. Тогда дело море мертвых, вечерю, и смерть, и ад, отдали мертвых, которые были в них, и судимы были каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это была смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Эти слова звучат не для покойных, не для мертвых. Это слова сейчас сегодня звучат для каждого из нас, слышащих Слово Божие. Ибо Христос сказал, я вас не сужу, никого ни в чем. Но слово, которое вы слышите, оно будет судьей вам в последний день. Вот когда мы предстанем пред Господом, если мы не записаны в книге жизни, если мы не принадлежим к числу народа Его, этим Его, друзья дорогие, что мы тогда скажем? Ибо не человека Бог пришел судить. Бог пришел, чтобы спасти род человеческий, отдал свою жизнь. Господь умер за каждого из нас. Веришь ты или не веришь, но Господь пролил свою святую кровь за тебя. И Он ждет твоего покаяния. Он ждет, чтобы ты пришел к Нему, чтобы ты был записан в книге жизни, чтобы ты был Его
сыном и дочерью. Друзья дорогие, я вспоминаю свою жизнь, потому что мы, человеки, всегда судим по-другому. Мы рассуждаем. И если бы человеку было позволено решать вопросы жизни человека, то я не знаю, мог бы кто-то спастись или нет. Но, друзья дорогие, Бог есть праведный судья. И когда Он придет, написано, и были книги раскрытые, и есть книга жизни, и судьи были. Все написано в книге. И судьёю был сам Господь, не человек, друзья дорогие. Я вспоминаю свою жизнь, когда в нашем доме была молитва, и было сказано, на этом месте готовится душа в вечности. Мы встали с молитвы, так посмотрели на окружающих, и был брат Гриша Костюк, самый старший у нас. Наверное, это брат Гриша, ну кто же еще? Самый старейший. Порядок вещей, по-человечески это порядок вещей. Старенькие люди умирают, молодые рождаются и живут. Но у Бога не так. Через две недели мы хоронили свою младшую дочь, которой было всего 10 с половиной лет. Она не болела. Она в соседней комнате спала, когда мы молились. И ничего не предвещало того. Она ходила в школу, все было нормально. И вдруг случилось такое несчастье. И нам пришлось ее похоронить. Друзья дорогие, мы не знаем ни дня, ни часа. Мы не знаем, как сегодня было сказано, посмотрите, сколько молодых детей средних лет. И я бы не сказал, что если из преклонных лет намного меньше людей, нежели молодых. Друзья дорогие, поэтому давайте будем внимательны к Слову Божьему. Давайте будем вникать в Слово Божье. Давайте будем стремиться к тому, чтобы исполнять волю Божью и заветы Его, чтобы нам наследовать жизнь вечную. Утешая друг друга всеми словами, наставляя, чтобы, как было сказано, жить жизнью праведной и святой, прославляя нашего Господа. Вспомните, что все мы предстанем перед Пресвятейшим Христом, все мы предстанем пред Богом. И что тогда мы скажем свое оправдание? Не есть на земле, мы можем оправдываться друг перед другом, доказывая, что это не так, я не так понимаю, это я именно так понимаю, вот так было правильно, но там, пред Богом, у нас не будет в этом слова. Ибо Бог нам представит слово, которое Христос сказал. Каждый будет слово судить, каждый из нас. Да благословит Господь нас, дает нас мудрости, чтобы мы разумели, чтобы мы познали и пришли к тому, чтобы имя Господне прославилось в наших сердцах, в нашей жизни. Чтобы, представши пред Богом, мы дали отчет и получили жизнь вечную, записанную в Божьей книге жизни. Да благословит Господь.
I didn't think I would say anything. But I was sitting over there and I was looking at him, and this is the last time that I can possibly say something about him before he's completely gone out of our lives, so I didn't want to regret this moment. It's very easy to love a family member, a mom, a dad, a brother, sister. Very easy, because you don't have a choice. You have to love them, and every instinct in our body tells us to love them, whether we want to or not, whether they're a good person or a bad person. Vitaly wasn't like that. Every life that he encountered or had a relationship with, instantly felt that brotherly love or brotherly presence. They didn't have to force themselves to love them. They didn't even have to try. Instantly, he felt like a brother to them. There's a lot of things we can say about Vitaly. Actually, the biggest thing that I can say about Vitaly is he liked to help everyone at a detriment to himself. He put himself last all the time. Every time I call him, like, I'm helping this person. Every time I call him, like, hey, where are you at? I'm helping Mike. I'm helping Rusu. I'm helping Gideon. I'm like, dude, help me. So he would also come help me all the time. When we bought our house, he did a lot of work for me. He slept over all the time and did a lot of work. Never took a penny. Blame myself sometimes for using him so much. But I see everybody using him, and I wanted to also. But I see that everyone felt the same as I did. Everybody wanted a piece of him. Everyone. На одной из страниц Библии мы находим такое выражение. О смерть, как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, и еще в силах принимать пищу. Как горько воспоминание о тебе. Дорогие друзья, все присутствующие, сегодня мы, перед нами факт, не тот факт, когда, как написано в Библии, что придет время, которое предшествует этому факту, придет время, и перестанут молоть милющие, потому что их мало осталось. Это не тот момент, когда потускнеют смотрящие в окно, это не тот момент, когда твои волосы не от постороннего вмешательства теряют цвет, который был раньше. Это не тот момент. И все эти напоминания, они предшествуют тому моменту, о котором сказал Бог: человеком положено однажды умереть, а потом суд. И не будет того век, чтобы кто остался жить и не увидел могилы. Дорогие братья, все в нашей жизни напоминает с возрастом, что все ближе и ближе тот момент. Но сегодня, к сожалению, перед нами другой факт. Это те годы, которые, кажется, как говорили, свидетельствовали родные, были планы строить жизнь, делать то, другое, третье, расцвет лет. Но, увы, мгновенно все прекращается. И это очень серьезный сигнал для каждого из нас. Дорогие мои, в таких ситуациях часто приходят вопросы, сложные вопросы, на которые, я бы сказал, никто не может дать ответы. Почему? Почему? И почему? И вы знаете, это не только сегодня случается, в древние времена однажды Иов задался таким вопросом, который был близко с Богом. И он
задался таким вопросом, почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки, дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами их, дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих, что всякий житель, чтобы нам служить ему, и что пользы прилегающим к нему. Братья и сестры, такие вопросы задавал Иов. И, к сожалению, и к счастью, там читаем дальше, он как бы встрепнулся и выражает следующую фразу. «Совет нечестивых, будь далек от меня». Дорогие, я бы очень не рекомендовал задаваться те вопросы, то, что нам не дано знать, потому что это приводит к плохим иногда результатам. Враг здесь, как здесь, сеет сомнения. Но мы знаем, что наше упование Господь. Он есть жизнедатель. Он дал жизнь каждому из нас. Он вправе распоряжаться. И нам многое не понять. Как сегодня брат Виктор зачитал, что те галилеяне, на которых упала Силуамская башня, те 18 человек, разве они были грешнее? И даже Иисус Христос не дал четкого ответа, почему, зачем и как. Но Он просто сказал выводы, если не покаетесь, все так же погибнете. Братья и сестры, сегодня вот тот момент, когда это каждому из нас серьезное напоминание. Не жди 80 лет, не жди 60, а может быть и 40. Какое твое отношение с Богом? Но знай, придет день встречи с Господом. Есть прекрасное свидетельство на одной из машин в нашей церкви. One day you will stand before God. Друзья, молодые и все остальные, запомним, в один день мы все, вне нашего желания, хотим, не хотим, пристанем перед Богом. Будем это помнить. Мы вместе взращивали наших деток. И ваши детки играли с нашими детками. Прекрасно смотреть на эти фотографии. Это красота жизни. Дорогие друзья, Бог сделал все прекрасно. И прекрасные эти картинки. И это радость жизни, когда мы видим деток, которые играются, которые веселятся, которые даже их крик порою. Это приносит радость нашей жизни. Но я так размышляю при этом. Сколько было ночей недоспанных, это Галя и Миша мог бы знать. Сколько было тех моментов переживательных, когда что-то случилось. Сейчас вы можете пройти последний раз мимо Металлика, а родственники останутся на время, после как все выйдут, сделают последнее фото. Пожалуйста, вот так будем идти с этой стороны. Да благословит Господь, мы попоем. Yeah.
как, на счет три. Так, сюда, на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Хорошо. Трошки в стороночку вставайте, Богом. Отец тоскует, часто он снова сидит.
мы провожаем Виталика. Я его, знаете, помню, когда он еще был маленьким, мы когда-то общались. Еще помню, когда дядь Ваня не читал, и сестра Люба, мы выезжали в места. Я когда видел эти фотографии, его вспоминаю таким, когда он еще был лет 25-20. Хочу прочитать одно место из Писания коротко. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти. Друзья, мы не владеем над днем смерти нашей. У каждого в нашем сердце есть свои переживания. Но я хочу, есть надежда в Боге. И хотелось бы сказать слова ободрения, друзья. Мы сегодня живые, все, кто на всем месте. Мы сегодня слышим Слово Господне. Мы сегодня слышим много свидетельств хороших, чтобы был добрый человек. И мы сегодня на пути, чтобы, если что-то не так в нашей жизни, если, может быть, наши пути сегодня не так правы перед Господом, сегодня есть время, сегодня есть место, чтобы пересмотреть и исправить наши пути, чтобы Господь благословил нас, чтобы с ним примириться, искать Его. И дальше, взирая на других деток, на других внуков, которые у вас есть живые, чтобы за них молиться, с ними идти, и чтобы мы все встретились в вечном Царстве Божьем. Пусть Господь каждого из вас благословит и да поможет нам. И всех, кто сегодня слышит это слово, друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас взял свое сердце, это Слово Божье, чтобы исполнять волю Божью. Пока есть день, пока есть время, пока сегодня еще Господь стучится в каждое сердце, и мы живы. И пока человек жив, есть надежда на то, чтобы примириться и быть с Господом. Пусть имя Господне прославится и будет благословено. И через нашу жизнь, дальнейшие наши годы жизни, кто остается живыми, те, которые сегодня пред Богом. Я хочу сказать, что много раз мы говорим о пришествии Иисуса Христа. Много раз мы говорим, что пришествие Иисуса Христа близко. Но, друзья, никто не знает, я не часто, когда Господь, когда пришествие приходит в нашу жизнь и встреча с Иисусом Христом. Не обязательно, чтобы сегодня пришел Иисус Христос, но в нашей жизни может прийти встреча с Ним внезапно. И как нам нужно быть готовыми сегодня, каждому из нас, чтобы мы были готовы встретить Его примиренным сердцем. Пусть имя Господне благословенно будет и прославится. Мы помолимся. Отец наш Небесный, слава Тебе и благодарность Тебе, Иисус. Господь наш и Бог, Ты сегодня говоришь нашим сердцам, все, которые остались, Господи, и мы живы, на всем месте мы слышим Слово Твое. Есть надежда, Иисус, примириться с Тобою, кто еще не примиренный. Есть, Господи Иисус, большое желание в сердце, чтобы каждый примирился с Тобою. Ибо Ты сегодня говорил много нашим сердцам, и вчера, Господь наш и Бог, поможи каждому из нас ответственно относиться к жизни, которую Ты даровал. Ибо мы не властны над своим духом, как в Слове Божьем говорится. Но каждому приходит время, определенное Тобою. Но помоги нам, Господь, быть готовыми на всякое время, дабы, если зовущий позовет, могли встретить Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, я благословляю, Господи, родных и близких, которые сегодня имеют скорбь в сердце, но Ты утешишь,
Ты благослови, Господь мой Бог, ихние сердца, Господь. Приди Духом Святым, Господь, и утешь ихние сердца, чтобы они не скорбели во имя Твое и для славы Твоей. Да будет имя Твое благословенно, наш дорогой пастырь и Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от врага, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Не, они хотят, чтобы ты курал.
после обеда родственники, кто хотел бы, они могут вернуться, сделать это рядом, чтобы все закончилось. А сейчас просто нам нужно было оставить. Друзья, можно сейчас прямо ехать, прямо туда, начать с Ровно, 188, всех приглашаем. Там места всем хватит, там на улице, возле библиотеки. For everyone who doesn't speak Russian or Ukrainian, we're gathering at our church on Jackson, 9880. We're just going to continue the celebration, and we're going to have a lot of food and catering for everyone. So please, welcome. You're welcome to join us, please. Туда лицом прямо вниз налево и в следующие ворота выезжайте. Там есть другие за забором ворота, выезжайте по асфальту и вы спокойно не разворачивайтесь. По кругу. Да. Уважаемые родные и близкие, еще раз примите соболезнования от нашей службы. А покойному Виталию пусть будет светлая, добрая и долгая память, а вам доброго здоровья, пускай Господь благословит и утешит всю вашу семью. Слава Богу, слава Богу. На этом эта часть похорон закончена. Мы сейчас должны оставить это место. И после, похоже, вы опять можете еще раз сюда подъехать, самые близкие, куда мы стоим, значит, для хранения. Портрет забирайте на руки. Что, мы такие красивые, что вы нас снимаете? Да, за ручками, из-за того. Може забрати зараз, чи не може. Я показав, да, материн пам'ятник показав. Ну, да. Пам'ятник. Хай буде пам'ятник. Да, ви ж разом тут. Ми зараз поїдемо в Іфанію, поїдемо. Так, да, ми поїдемо зараз. Сьогодні 28 жовтня. Чалю, ми як. 2000. Який рік? 2023 рік. 2023 рік, так. Да.